Всем привет! И сегодня хочу показать очередную интересную магнитолу, произведенную в Японии. Я думаю, года, наверное, 70-е, начало 80-х. Вот такая вот коробочка, белая с синими надписями. Кассетка Stereo Player. И все, больше ничего не написано. Made in Japan, да, наверное, одно из самых основных. Давайте попробую ее открыть сейчас. Я ее уже вскрывал, смотрел, интересно было. Коробка очень простенько укомплектована, в принципе. Вот коробочка. Вот еще одна коробочка пенопластовая. И внутри у нас идет магнитола и инструкция. Давайте чуть-чуть инструкции покажу. Может, кому-то будет интересно. Вот такие вот вещи там, кому интересно, читайте на паузе. И вот такие вот ее характеристики. Есть, да? Дальше. Ну вот самое основное. Сейчас я возьму поближе и покажу вам то, что находилось внутри. Вот такая вот магнитола под названием Мекка. Я их мало очень встречал в интернете. Вот. С этой стороны, ни с этой, нигде ничего не присутствует. Никаких наклеек. Здесь пенопласт прилип. Вот только здесь, вот на задней стороне, вот такая вот Made in Japan надпись. И все. Магнитола без радио. Видите, тут только регулировочки звука, баланса и тон. И тут две кнопки. Но это когда кассету, наверное, вставим. Все металлическое. Очень качественное. Вот. В принципе, вот такой вот мини-обзор, потому что показывать практически тоже нечего. Да? Очень хорошая магнитола. Мне нравится, как коробочка сочетается со значком Volvo. Посмотрите. Классно. Вопрос будет к людям, кто знает, куда эти магнитолы устанавливались, какие машины. Очень интересно будет прочитать. В отзывах в YouTube оставляйте, потому что как бы я в это не вникаю. Пытаюсь иногда найти информацию, но нет. Не всегда нахожу ее. Так что кто знает, очень будет интересно почитать, куда вот такие вот магнитолы, в какие автомобили устанавливались. Вот. Даже, в принципе, вот все предыдущие магнитолы тоже, кто знает, пожалуйста, смотрите и пишите. Будет очень интересно, я думаю, не только мне, да, а людям, которые собираются приобрести магнитолу и установить там в определенную марку автомобиля ретро свою, которую там купят и будут на ней получать какое-то удовольствие от езды, либо еще от чего-либо. Всем удачи, пока, до следующей встречи.